Друзья, здравствуйте! Сегодня 13 сентября. Маленький обзор, потому что было очень жаркое лето. Естественно, бутоны никто практически не хотел расти. Ну, что имеем, засниму, потому что красота определенных растений очень впечатляет. А здесь у меня цветет Людемониана цирулея, которая имеет красивейшие прожилки цветка. Я попробую на камеру их заснять. Надеюсь, их будет хорошо видно. А приобретает она эти прожилки на пятый день цветения. По бирочке я покажу, что это за Людемониана. Это просто чисто Людемониана цирулея. Да, я вспомнила, она пришла ко мне пересортом. Была написана в Варнере, расцвела вот такая вот красота. Расцвела первый раз вот такой вот клавизетум. Я бирочку сделаю. Честно, мне никогда не нравились зеленые цветы. Но тут просто красота. Вот такие вот красавцы. С вот такими пушистыми губами. Ну просто прелесть. Гибрид. И он не чисто зеленый, а с конопушками коричневыми. Вот такая вот красивая жирная ветка. Цветение. Ну очень красивый, ароматный. Вот на фоне руки это очень большая ветка. Бирочку я сейчас возьму. Вот такой вот клавизетум. Расцвел дендробиум на продаже. Ну, в общем, вот такой вот дендробиум. Он цветет очень хорошо, дает много цветоносов. Имеет вот такой вот красиво окрашенный цветок. Бирочка. Бирочка, вот, компактум пинкт. Очень компактный он сам по себе и многоцветковый. Цветет Максима. Максима типовая. Некрупная форма Максимы. С яркой губой, с крупным цветком. Ну, высота растения не более 25 сантиметров. Цвела много раз, выше не растет. Цветет Котлея висталис. Это Девианана. Котлею максимум. Вот он. Красавец. С такой вот губой. Здесь, например, губа немножко другая, чем у той части. Здесь расцвел. Здесь более другая. Ну, вот такой вот Котлея висталис. Цветет, доцветает уже. Это Катазетум Элизабет Вилс. Раньше мне нравились только темные сорта. Но теперь я понимаю, что зеленый. Это тоже красиво очень. И начинает расцветать Энциклея Вильютина, Виталина. Не хочет цветок далеко, небольшой, только первый цветочек. Вот когда расцветает вся ветка, это очень красиво. Первый цветок, оно никогда не впечатляет. Вторая, в общем, цветочков будет много. Ну, вот такой вот обзор по цветущим растениям. Всем хорошего настроения. Пока-пока.